Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад вас приветствовать на канале. Сегодня хотелось бы поговорить о том, что людей начинает волновать, будет или не будет деноминация, чем она отличается от девальвации. Последняя деноминация в России была проведена в 1997 году, 4 августа президент Борис Ельцин подписал указ, каждая 1000 рублей деноминировались в 1 рубль, то есть вычеркивается 3 нуля. А номинальное количество золота, которым обеспечивается национальная валюта, таким образом, в каждую денежную единицу увеличивается. То есть почему количество нулей увеличивается? или высокая инфляция в стране гиперинфляция которая в первую очередь вызвана эмиссией денег то есть количество бумажек печатается 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 сопоставимое количество товаров не увеличивается происходит инфляция гиперинфляция когда инфляцию уже ставят под контроль каким-либо путем производят вот такую деноминацию вторую деноминацию очень часто путают с девальвацией национальная валюта расслабеет в корзине твердых валют, в которых происходит большинство международных расчетов. Сейчас это у нас получается доллар, евро и юань. То есть национальная валюта может по отношению к твердым валютам девальвироваться. Опять же, может она осуществляться вследствие инфляции, или это может быть следствием слабого торгового баланса, или прямой привязки к национальному курсу при высокой инфляции. Если посмотреть, что происходит в настоящий момент, грозит ли нам деноминация? Я считаю, что в настоящий момент не грозит. У нас нет гиперинфляции раз, у нас нет значительной, если говорить, например, о других странах, в которых проводилась деноминация, это не просто там десятки процентов, это сотни, тысячи процентов, когда происходит девальвация валюты к твердым валютам. В этом случае тоже проводится непосредственно деноминация. То есть у нас причин для какой-то галопирующей инфляции в настоящий момент нет. Почему опять-таки у нас большой страх и ужас вызывает это слово, потому что произведено было в 97 году, а в 98 году в 1998 году у нас, соответственно, случился кризис. Государство отказалось платить по своим долгам. У нас доллар вырос с 6 рублей до 24 рублей. И многие ассоциируют, что это причина тому, была деноминация, что до этого сначала нолики убрали, эффект базы отменили, да, и потом вот это... Это абсолютно не связанные с собой вещи друг с другом. Но при этом страх есть. Говорить, что сейчас мы находимся в сопоставимых условиях, я бы не стал. Долг государственные не очень высокие. Есть страны, которые покупают российские экспортные товары в первую очередь сырьем. Да, есть непростая ситуация, есть экономические санкции, есть отсутствующий валютный рынок на МВБ, который определяет цену. Но опять-таки центральный банк подготовился и ту политику, которую проводит в настоящий момент центральный банк для удержания стабильного курса национальной валюты. На мой взгляд, пока все делается правильно. А сколько вероятно девальвация. Плавное будет всегда. Никто не знает, что будет с курсом завтра. Никто, ни я ни Уоррен Баффет, ни Рей Далю. Этот мир меняют события, которые невозможно предсказать, предугадать. И любые разговоры, когда человек с умным лицом начинает объяснять, что будет с курсом валюты, девальвируется она или нет – шлить лесом. И даже на Сим Талеб, когда его задают вопросы, ну предскажите, какой черный лебедь может прилететь. Характеристика черного лебедя такова, что никто не может предсказать, что это будет за событие. Потом, после тысячи людей тебе обоснуют, что оно было неизбежным. И говорю, это все разговоры в пользу бедных. У тебя просто должен быть портфель, который тебе вообще в принципе пофигу. Будет девальвация, не будет девальвация, он у тебя просто будет расти. Все. И это позволяет сделать диверсификация, ребалансировка, вложение в различные классы активов, диверсификация валют и контрагент. Все. И опять это не дает 100% сохранности капитала. Ты где-то потеряешь, но просто где-то тебе компенсирует. Что-то может упасть там на 90-95%, но, соответственно, кто-то вырастет в 9 раз. И забудьте, блин, эти разговоры про прогнозирование девальвации и не девальвации. Будет девальвация, будет гиперинфляция, будет там рубль стоить по, блин, не знаю, по 1000 рублей. Земля тоже тогда вырастет в цене. Золото вырастет в цене. Акции компании, которые владеют землей, производственными мощностями, производят товары, которые, да, в цене они выросли. Номинальная цена у них выросла. Но они просто будут производить эти же товары, пересчитают их в новую номинальную цену и будут продавать по этой цене. И если я являюсь акционерной этой компании, чем мне париться по поводу того, будет девальвация, не будет девальвация? Основной посыл, который я хочу сделать, что никто не может предугадать завтрашний день, и это вопрос, что должен быть взвешенный, диверсифицированный портфель, в котором есть активы с отрицательной зависимостью. Если кто-то падает, то кто-то растет. У нас есть отдельный бесплатный гайд, как начать инвестировать, какие сделать первые шаги, чтобы сформировать подобный портфель, прекратить искать прорицателей, аналитиков, трейдеров, спекулянтов, которые скажут вам, что завтра будет с каким-то отдельным классом активов, и насколько на это можно заработать. Ребят, ну прекращайте этой ерундой заниматься. Вставайте на рельсы долгосрочного стабильного правильного инвестирования. Посадка в этот вагон возможно через то, что вы заберете этот бесплатный гайд. Ссылка в описании к данному видео. Берите и совершайте свои первые взвешенные шаги к долгосрочному инвестированию. Вот то, о чем хотелось сказать сегодня. Что вы думаете по этому поводу? Напишите обязательно комментарии. Поделитесь с людям, которые опять с большими глазами в условиях турбулентности начинают все, деноминация, девальвация, все, все пропало. Дайте им посмотреть данное видео, что страшного в настоящий момент я ничего не наблюдаю. Легко не будет Будет, будет интересно, но не смертельно. Сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.